В следственном отделе по городу Ленинск-Кузнецкий второй раз за год отмечают профессиональную дату. 15 января отпраздновали День Следственного комитета. Однако сотрудники отдела, посвятившие себя нелегкой службе, по праву заслужили такое внимание. Тем более, что очередной рабочий год символично, они завершают с хорошими показателями, учитывая, что к деятельности Следственного комитета в целом с прошлого года предъявляются повышенные профессиональные требования. Это снижение сроков расследования, повышение качества доследственных проверок и предварительного расследования и так далее. В этом году по городу Ленинск-Кузнецку именно произошел спад преступности, то есть регистрация материалов была на порядок меньше. У нас произошло и существенное снижение нарушенных сроков расследования. В частности, 25%, которые требовалось Следственным комитетом, мы выдержали. За рамки данного срока мы не вышли. Благодаря работе плодотворной коллектива следственного отдела. За добросовестный труд и показатели в работе почетными грамотами, благодарственными письмами городского округа и наградами областного управления Следственного комитета отмечены не только опытные, но и новые сотрудники отдела. Приоритетами в деятельности Следственного отдела по-прежнему остаются преступления против личности, коррупционные преступления, преступления, совершенные несовершеннолетними, и другие особо тяжкие преступления. В праздничную дату я хотел бы поздравить сотрудников Следственного отдела, поблагодарить их за плодотворный труд, пожелать им и семьям сотрудников всего самого наилучшего, семьям, наверное, набраться терпения, потому что труд действительно нелегкий, ну а сотрудникам больше здоровья, выдержки, терпения в нашем нелегком труде. Ну, я думаю, что Следственный отдел справится с поставленной задачей. Сегодня в Следственном отделе трудится 13 сотрудников, которые выбрали престижную и уважаемую, но вместе с тем требующую полной отдачи без права на ошибку профессию, чтобы оперативно по горячим следам раскрывать преступления. С начала года с обвинительным заключением следователями Следственного отдела передано в суд более 170 дел.